16 февраля 2017 года, около 9 часов утра, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Свет-Шахтера обнаружил труп 6-летнего ребенка. По выезду на место следственной оперативной группой было установлено, что в данном доме проживает семья из 4 человек, включая 2 детей, 6 и 2 лет. По пояснениям отчима ребенка, ребенок остался без присмотра, и в результате чего на него упал телевизор, который причинил телесные повреждения, от которых наступила смерть. По данному факту, единый реестр досудебных расследований были внесены данные по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования было проведено судебно-медицинское исследование трупа и обнаружено, что у ребенка имели место многочисленные повреждения внутренних органов, что не соответствовало пояснениям его отчима. Расследованием вскоре было установлено, что телесные повреждения ребенку причинил его отчим, 27-летний ранее судимый житель города Харькова. В настоящее время он задержан по статье 208 УПК Украины, и решается вопрос об избрании ему меры пресечения содержания под стражей.